Необходимо разработать алгоритм по более жесткому реагированию, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью детей. Такое поручение сегодня дал губернатор Владимир Якушев на совещании по обеспечению правопорядка в Тюменской области. Но в целом на территории региона ситуация стабильная. По итогам 2016 года число зарегистрированных преступлений снизилось в сравнении с 2015 на 11,3%. Совместно с прокуратурой утвержден двухлетний план мероприятий, направленный на снижение преступности несовершеннолетних. Кроме того, была создана и с апреля прошлого года функционирует областная служба инспекторов по охране детства. Как показывает статистика, предпринятые усилия привели к определенным результатам. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними по итогам 2016 года, сократилось почти на 20%. Ну и уверен, что проведенный анализ позволит нам закрепить положительную динамику и принять необходимые дополнительные меры по тем направлениям обеспечения общественной безопасности, где это необходимо.